В эту среду сотрудники подразделения экономической безопасности Министерства внутренних дел России отмечают свой профессиональный праздник. 80 лет назад приказом НКВД был сформирован отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. Теперь эта структура МВД России стала называться отделом экономической безопасности и противодействия коррупции. О том, какие задачи стоят перед полицейскими сегодня, выяснял Павел Берсенев. Их лица нельзя снимать на камеру, они бойцы невидимого фронта. Подпольные игровые клубы и мини-заводы по производству суррогатного спиртного. Факты коррупции и финансирования терроризма. Расследованиями таких дел в том числе занимаются сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. И работы для них меньше не становится. В прошлом году в Магнитогорске было выявлено 253 экономических преступления. В этом уже 67. Сейчас подразделение поставлено задачей однозначно. Значительно увеличить количество выявленных преступлений. Коррупция, защита малого и среднего бизнеса, борьба с суррогатным алкоголем и организованными преступными группами однозначно на контроль. И вот в этих направлениях мы должны добиться значительного увеличения результатов. Владимир Михайлов стоял на страже экономической безопасности 33 года, 21 из которых он был начальником отдела Ленинского района. За это время не было ни одного преступления среди личного состава и даже ни одного взыскания за службу. Мы всегда занимали город Магнитогорск первые места по Челябинской области. Всегда занимали. Наши результаты были не только выше среднеобластных, но и выше среднероссийских результатов. Вот. Эта традиция должна сохраняться. Вот, мы должны быть ведущими город Магнитогорск. Вот. Это наш авторитет, это наша слава и наша история. В честь 80-летнего юбилея подразделения экономической безопасности в актовом зале Управления внутренних дел состоялось торжественное собрание. Помимо руководства поздравили полицейских председатель Магнитогорского городского собрания депутатов Александр Морозов и директор по безопасности УАО ММК Сергей Семенов. Хочется сказать вам большое спасибо за ваш труд, то, что вы есть. Чтобы у вас все получалось. И вот в этом году мы поставим памятник милиционеру города. С главой решили, уже совещание провели. Да здравствует АБЭП Магнитки! Позвольте мне от имени руководства металлургического комбината Виктора Филипповича Рашникова, от имени руководителя, от своего личного имени, я вас поздравляю с этим юбилеем. Я желаю вам профессиональных успехов, профессионального роста, добросовестности, ответственности, ну и всего доброго вашим семьям, понимания вашего беспокойного труда в ваших семьях и уважения. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН.